В Твери стартовал очередной сезон проекта «Зимний дворовый тренер». Занятия будут проходить во всех районах города. Под руководством инструкторов можно научиться фигурному катанию или игре в хоккей. Первые тренировки уже стартовали. В Бобачевской роще прошли занятия для учеников 43-й школы. Проект стал продолжением акции «Дворовый тренер», которая раньше проводилась только летом. Хотим пойти дальше, да, и сделать этот проект, чтобы было можно тренироваться в любое время года. Да. Допустим, зима, мы сегодня взяли одно направление – это хоккей. Но не только хоккей, это просто правильно учить кататься детей. Правильно там толкаться, правильно еще что-то сделать. Элементарные вещи, чтобы они могли спокойно кататься на коньках. Плюс мы, конечно, хотим еще у нас в планах и фигурное катание тоже подключить, чтобы девочкам было интереснее. Конечно, среди мальчишек популярностью пользуются занятия по хоккею. И это неудивительно, потому что все знают известного хоккеиста Илью Ковальчука, уроженца Тверской земли. Хоккей у нас всегда был колоссальный интерес, особенно в Тверской области. Даже по тем причинам, что у нас большое количество мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта. Поэтому хоккею всегда особое внимание было и есть. Проект направлен на то, чтобы привлечь к зимним видам спорта еще больше юных жителей Твери. Он объединяет тех, кто предпочитает активно проводить время на свежем воздухе. Мы видим за спиной, это хороший каток, на котором катается большая часть жителей микрорайона Чайка. Сегодня у нас тут основная масса посетителей – школьники средней школы номер 43. Поэтому условия для ребят созданы. И природа, и добрые, неравнодушные люди. Тренировки для всех желающих на свежем воздухе будут проходить в течение всей зимы. Ботинка обнаружена.